совесть, не могу! А не мог Виктор просто... Вижу его! Атакуй! Он здесь! Составляйте меня по нитрейсерам! Думаю, это дом Большого Элла. У меня тут Уникоп 2, возвращение Уникопа. И я уже на 7 уровне. Если меня кто оторвет от игры... Нужно восстановить справедливость, да, дядя? Пауза. Открыть битву. Сохранить игру. Ожидайте. Ожидайте. И... Сохранилось. Все. Я вызываю галактических рейнджеров. Это ваш последний шанс. Ну, может, предпоследний. Если до 9 уровня дойду, ну, вообще... Пожаловать в Альмиры! Он здесь! Не заставляйте меня звать! Думаю, это дом Большого Элла. У меня тут Уникоп 2, возвращение Уникопа. И я уже на 7 уровне. Если меня кто оторвет от игры... Ну все, я сохраняю. Пауза. Открыть пленку, сохранить игру, ожидайте, 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 и... Сохранилось! Все! Я вызываю галактических рейнджеров! Это ваш последний шанс! Ну, может, предпоследний! Если до 9 уровня дойду, ну, вообще, повторяю последний! Это дом Большого Элла. Жители Альмиры Сити, я знаю, когда вы думаете обо мне, вы думаете о героине, об отваге, о той мужской силе, почуяв которую преступники забиваются в самые темные щели. И вы правы. Кто здесь? Заставляйте меня звонить рейнджерам! У меня тут Уникоп 2, возвращение Уникопа! Я уже на 7 уровне! Если меня кто оторвет от игры... Ну все, я сохраняю! Пауза. Открыть. Сохранить игру. Ожидайте. Ожидайте. Так, путь свободен. Обалдеть! Я умер и попал в рай! Ты посмотри, у них есть мой раскаленный бластер, фангоид с тросточкой, космический лось Спира. Тут даже мега-ультра-издание игры «Непреклонность. Падение бларгов». К ней прилагаются дополнительные материалы, если сделать предзаказ через гаджетрон. Видимо, это насчет вас мне Кора звонила.
Вам нужен летный ранец, да? А вы, верно, Большой Эл. Рад знакомству, я Кланг. А это Рэтчет. Ну, кто друг Кори, тот и мне друг. У нас с ней как бы романтические отношения с неопределенными перспективами. Ага. Запрыгивайте на верстак, сейчас я вам все сделаю. Просто переставим микросхему порт данных и... Опа! Попробуйте! На вид здорово! Вернуться в зал героев очень просто. Двигайся в эту сторону, пока не дойдешь до станции. А там садись на поезд. Еще раз спасибо. Срочные новости из прославленного Алира-Сити. Сегодня днем силы Бларков напали на зал героев. Двое героев продвигались вперед, используя возможности летного ранца. Совершали только настоящие герои, такие как я. Но благодаря летному ранцу Кланг ребята смогли приблизиться к моему уровню величия. Герои оказались на краю пропасти. Смогут ли они миновать ее с помощью новообретенного летного ранца? Профессионалы, это наша работа, тебя войти. А, береги! Победа будет за нас! Мы недалеко от станции. Hello.
Мы недалеко от станции. Добро пожаловать в Алира Сити! Он в шоке! Забивайте! Мы недалеко от станции. Из-за вторжения все поезда могут быть заполнены вооруженными бларгами. Приносим извинения за неудобства. Вон она. Пойдем, прокатимся. Из-за вторжения все поезда могут быть заполнены вооружёнными. Вон она. Пойдем, прокатимся. Говорит капитан Спарк, напоминаю вам, что я вам... Внимание, путешественники. Гравипоезд отправляется. Следующая остановка – зал героев. Отойдите от края платформы. Поезд А отправляется. Major General Briggs on us.
должны им помешать. Эта штука не очень дорогая. Я уверен, рыбоубийцы тоже зачем-то нужны в хозяйстве. О, на борту опасная живность! Бомбе заряд в 5 килотонн. Если она взорвется рядом с залом героев, будет катастрофа. Значит, надо торопиться. Еще один отряд Ларгов. Thank you.
датчики перемещения. Они взорвутся. Ясно. Значит, пора отчаливать. Вот это круто! А что дальше? Десантируемся во вражеский тыл? Проведем суборбитальный бой? Успел, новичок. Далее базовая тренировка. Капитан создал эту полосу препятствий, чтобы мы поддерживали себя в форме. Удачи! Приветствую вас, кадеты! Добро пожаловать на курс физподготовки капитана Кварка. Здесь вы сможете нарастить свою мышечную силу и думательную силу. Вы готовы? Приступаем! Ты достиг вершины справедливости. Твои квадрицепсы наверняка горят от праведности и очень болят. Поздравляю, ты достиг вершины справедливости. Твои квадрицепсы наверняка горят от праведности и очень болят. Пришло время вознестись на башню силы. Тебе нужно прыгать с платформы на платформу, но будь внимателен. Эти платформы перемещаются на одно место, а затем, без всякого предупреждения, уезжают прочь, совсем другое. Покорил базу силы. Иди к главной платформе. Там тебя ждет твой приз, Рейнджер. Последний кадет, который забрался так далеко, стал никем. А вот парень до него... Там вообще-то та же история. Похоже, этот курс обучения не очень-то обучает. Я вижу, ты прошел мою полосу препятствий. До чего же ты способный малый? Встретимся у входа в зал героев. У меня для тебя есть задание. Ты теперь один из нас, я решил, пора подогнать тебе новую тачку. О, джампер класса G! Это мне? Строго говоря, это собственность галактических рейнджеров, но если выживешь, если выполнишь это сверхсекретное, но совершенно законное поручение, сможешь делать с ним что хочешь.
Что за секретное поручение? Я называю его «Операция «Падающая звезда». Поздравляю, кадет! Ты выбран для участия в операции «Падающая звезда». Галактическая разведка донесла, что у председателя Дрека есть оружейная лаборатория в туманности G-34. Твоя задача — уничтожить этот сверхсекретный проект и никому, и это очень важно, об этом не рассказывать. Никогда. Это будет наш маленький секрет. Хорошо, но почему нельзя... Вопросы можно будет задать по окончании презентации. Необходимо пробраться в лабораторию, используя лазутчик, собственную смекалку, а также мужество, обычно характерное для более опытных ребят. Проникни туда, уничтожь то, над чем он работает, и уноси ноги! А я буду за тобой отсюда. Удачи! Я бы хотел тебя проводить, но мне срочно нужно на иглоукалывание. Позвони, когда доберешься до туманности G-34. Я рассчитываю... Стой, это там не Скит Макмарк впереди? Кто-нибудь на помощь! Ох, как же я рад, что вы пришли. Я тут всю ночь проторчал. Глазам не верю. Скит Макмаркс! Я же все ваши гонки смотрел. В том году на Кубке Кервана вы сделали тройную сверхновую на втором махе. Всегда приятно встретить фаната. Я Кланг. Это Рэтчет. Ваш дядя получил инфоботы и попросил нас вам помочь. А я боялся, вдруг робот не доберется. Мы с моим агентом всю ночь убегали от этих бларгов. В конце концов потеряли друг друга в этой кутерьме, и я здорово шмякнулся, выходя из магазина. Чувачки, можете избавиться от этих песчаных акул и расчистить мне путь до корабля? А я вам за это свой скейт отдам. О, настоящий Макмаркс 4000! По рукам! Да ты вообще мастер! Смотри, это же корабль Скида. Заскочи ко мне и купи его, пока мистер Зуркон не передумал. Еще одна узыбочка!
Там еще остались песчаные акулы, чувачок. Разберешься с ними? Берегитесь, тут песчаные акулы! Спасибо за помощь! Держите свой скейт! Ух ты! С автографом! Рэтчету и Кланку – самым отвязным чувакам, с которыми я когда-либо тусовался на враждебной планете! Клево! Вы сможете сами добраться до корабля? Все будет чики-пуки! Хотя вряд ли я теперь смогу поучаствовать в гонке в Блэквотер-Сити. Жаль, конечно. Эй, вы часом не видели моего агента? Мне как-то стыдно, что я его там бросил. Он с дикой природой не рад. Надеюсь, эта травма не поставит крест на моей карьере. Поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Внимание, будущий покупатель. Магазин спорттоваров «Скида Макмакса» приветствует ваш энтузиазм. Однако вы вторглись в частные владения. Пожалуйста, покиньте стройплощадку. Впечатляет. Внимание, будущий покупатель. Мы благодарим вас за проявленный интерес. Однако ваш отказ покинуть это место вынудил нас активировать роботов-конструкторов. Всего хорошего. Мои сенсоры засекли необычную энергетическую сигнатуру рядом с крюками. Полагаю, это какое-то устройство Dread Industries. Ну ладно, давай осмотримся. Нашли мой магазин, чуваки! Сейчас там любоваться особенно не на что, но скоро! У нас там будут скейты, полоса препятствий для петли, даже круглосуточная палатка с тако для тех, на кого ночью нападает жор! Ящики? Ты тратишь время Вистина Зурона на ящики? Это скид Макмарк!
не грозите, что пришлось ему. Владели сноубордом, вам новейшее снаряжение для рассекания по снегу. Когда все круто, мороз не снажен. Это Спид! Крутую снарягу может прикупить кто угодно, но нужно не только иметь прикид, но и что-то подвинуть. Взяйте в расписание, запишитесь на семинар по крутизне, научитесь выглядеть обтяга и даже пахнуть круто, как... Готовы поймать волну? Круто! Чуваки, особое предложение! Идите в отдел для просерфинга и скажите пароль «Да, чувак!» И вам дадут 5% скидку! «Да, чувак!» Рэтчет и Кланк нашли портативный гидротранспортер. Он разработан доктором Нефариусом и может перемещать воду из одного места в другое. Теперь герои могли одним нажатием кнопки наполнить водой целый бассейн. Гидротранспортер разработали для прочистки туалетов Валькирии, но Рэтчет понял, что на нем можно перемещаться по всей галактической канализации. Надо поискать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Проникновение в 4-м секторе. Высылаю конструкторов. Вот класс. Патронов нет. Круто! Они все лезут. Внимание, будущий покупатель. Поступление скейтов, гравибайков и гироциклов ожидается лишь следующей осенью. Сейчас вас здесь ожидает лишь смерть. Это Спид Макмарс! Я скейтер от природы! А знаете, что во мне не труд природы? Узнайте, позитив наш отдел природные добавки! Потом мне спасибо скажете! Я серьезно! Клиента есть сведения, принадлежащие председателю Дрэпу. Слушай, не успокойся, ты скажи, где он, и мы тебя не тронем.
Да я понятия не имею. Вы же знаете, какие они, эти звезды. Делают, что хотят. Давайте мирно разойдемся. Как скажешь. Вот только скормим тебя акулам. Помогите! Эти чудовища пытаются меня убить! Убейте Ломбокса! Вон они, вон! Убери их от меня, слышишь? Я тебя прославлю! Впечатляет! А вы никогда не думали заняться этим профессионалом? Вроде бы это все. Эй, вы небось те два героя, что спасли моего клиента. Стойте, не говорите. Кречет и Клинк. Рэтчет и Кланк. Да-да, чудесно. Скрежет и Планк. Хорошо звучит. Большой маркетинговый потенциал. Слушайте, мы с моим клиентом во время спешного отступления к кораблю потеряли друг друга из виду. Я бы пошел его искать, но здесь полным-полно песчаных акул. Не выручите меня. Вам нечего бояться, сэр. С песчаными акулами покончено. Чудесно, чудесно! Вы смельчаки! Я могу вас раскрутить. Всегда рады помочь. Мы очень признательны вам за помощь. И куда вы теперь? В больницу, наверное. Надо ногу показать врачам. Госпиталь? Скит, брось. И хуже травмы были. Что же мы тогда будем говорить спонсорам? Мне что-то начинает казаться, что тебе на меня типа наплевать. Ладно. Ну а ты что скажешь, железяка? Рэтчет. Вот именно. Хочешь стать знаменитым скейтером? Вот этот инфобот тебе все расскажет. Просто скажи, что ты от Дона Вандерстара. Пришло время ежегодной гонки на скейтах в Blackwater City на планете Рилгар. Вы, юные экстремалы, готовы похвастаться своим владением скейтом? Тогда спешите на Рилгар и примите участие в нашей безумной гонке на куске пластмассы с реактивной тягой. Насколько безумной? Послушайте наших предыдущих чемпионов. Я никогда не упускаю шанса поучаствовать в этих гонках, кроме следующего года. В следующем я не смогу. Я не чувствую пальцев ног. Это нормально? Победителей ждут денежные призы и галокарточки. Так что прилетайте на Рилгар и поучаствуйте в самом экстремальном состязании в галактике. Желаю всем выжить. Надо же, мы спасли знаменитость. Надо бы поглядеть, что там за гонки на скейтах. Надо возвращаться на корабль. We'll be right back.
Рэтчету нужны были магнитные ботинки. Может, стоило поискать в туманности G34? Куда мы теперь? Тебе могут понравиться рилгарские гонки на скейтах. Капитан, ответьте. Мы с Кланком на позиции. Готовы приступить к операции «Падающая звезда». Принято. Продвигайтесь внутрь. Я буду отслеживать ваше перемещение отсюда. Мистер Зуркон так и просит апгрейда. Под завязку. Датчики засекли еще один прототип Дрека. Он на той стороне шлюза. Осторожнее, приятель. Какая удача, это чип для модификации робота. По идее, я могу перепрограммировать этих роботов. Как ты там, Кланк? Я нашел новое устройство. Ну вот, что у тебя там, мультихват? Погоди, нет, это один из этих новых ионных расщепителей. Находками положено делиться. Пожалуй, это я оставлю себе, спасибо. Но где-то рядом должен быть прототип. Я тебе его принесу. Ну ладно.
наверняка есть еще один робот. По идее, я могу перепрограммировать этих роботов. Да, как-то нехорошо получилось. Впечатляет. По идее, я могу перепрограммировать этих роботов. Я могу перепрограммировать этих роботов. Ну и задачка. Вот они. Рэтчет, прием. Я нашел пару магнитных ботинок. Возвращаюсь к тебе. Круто! Я всегда мечтал о магнитных ботинках. Спасибо, приятель. Скоро увидимся. Был слишком мелким, чтобы носить магнитные ботинки, и вернул их Рэтчету. Рэтчет, как идет операция «Падающая звезда»? Мы немного отвлеклись, но мы все сделаем.
дверь была заперта, и наши герои оказались в весьма неприятном положении. Если б только у них был лазутчик. Согласно моим данным, мы направляемся к шаттлу для перевозки дорогостоящих экспериментальных объектов. Одного у него не отнять. Всегда себе дело найдет. Глянем, что он там смастерил. Обнаружен нарушитель. Обнаружен нарушитель. Победа будет за нами! Круто! Мне вообще-то с сегодняшнего дня отпуск! Чудо! Автонаведение на цель, пироцидные заряды. Почему этим роботам достается самое... Убейте Ломбокса! Меня теперь повыше! Несанкционированное изъятие оружия. Запущен протокол самоуничтожения. Рэтчет, нельзя останавливаться. Это собственность Бларгов! Не нравится мне это. Что ж такое? Корабль самоуничтожится через 20. Давай, давай! Заглянем в тот автомат. У меня есть кое-что для тебя. Куда мы теперь? Думаю, планета Рилгар — неплохой выбор. Внимание, жители Блэквотер-Сити! Как вы могли заметить, у нас случилось небольшое нашествие амибоидов. Наша служба безопасности прилагает все силы, чтобы избавить город от этих существ. Но сначала ребятам нужно проснуться, умыться, почистить зубы, приехать сюда. В общем, это процесс не быстрый. Так что гонка откладывается до их прибытия. Пожалуйста, не выходите пока из дома. Спасибо. Давай разделаемся с этими амибоидами. Надо же опробовать мой новый скейт.
Патронов нет. Жители Blackwater City. Вместо команды службы безопасности мы выпустили в город целую кучу роботов-терминаторов. И еще несколько автоматизированных танков, чтобы дело шло побыстрее. Управляющий не компьютер не различает местных жителей и пришельцев. Так что лучше не выходите из дома. О, я вижу, у тебя наконец-то хватает болтов на гайпатрон. Приходи, сторгуемся! Ракетомет «Хищник» не мешало бы улучшить. По рукам! Извини, в долг не дам. А вот и кайфотрон, кайф подарит он. Тяжелая артиллерия. Это не последний. Thank you.
Боже, сколько же их! Мне больно. Будь свободен!
новая партия. И в этот момент наш герой понял, что ему настал конец. Надеюсь, теперь гонку возобновят. Хорошие новости. Город очищен от амибоидов. И благодарить за это стоит двух граждан, Рэтчета и Кланка. Гонка продолжится, так что никуда не уходите. Привет, я Старлин. Ты пришел на гонку? В точку. Энтузиазм? Это хорошо. Ладно, иди внутрь. Первая гонка начнется через пару минут. Позволявший гонщику получить тактическое преимущество над соперниками. При активации ускорителя скейт переходил в режим форсаж. Набрав полный запас азота, Рэтчет активировал систему ускорения. Со скейтом Ломбокс вылетел с трассы. К счастью, благодаря системе телепортации он смог тут же вернуться в лодку. Ты первый Ломбокс, победивший в гонке! Приходи еще. Они тут все время разыгрывают клевые призы. Хорошо, когда твой спонсор Гаджетрон.
можем погоняться за серебряный кубок. Но, конечно, у нас есть дела и поважнее. Хочешь поставить мировой рекорд, да? Ну, я готова. Эй, парень, ты же умеешь на скейте гонять, а это как раз то, что мне нужно. Приходи ко мне, обсудим кое-что. Я не стану говорить открытым текстом, где я, но у этого города довольно интересная канализация. Ты меня понял? Что у нас тут? Активированы. Ух ты! Полагаю, теперь пора бежать. Вода поднимается.
Крэтчет не старался, дышать под водой он не мог. Насосы активированы. Ух ты! Полагаю, теперь пора бежать. Вода поднимается. Рэтчет знал. Ой-ой, вода поднимается. Насосы активированы. Ух ты! Полагаю, теперь пора бежать. Рэтчет, нельзя останавливаться. Я пытаюсь. Так Рэтчет не старался, дышать под водой он не мог. Рэтчет, нельзя останавливаться. Я пытаюсь. Повезло. Нравится мне это место. Будь начеку, Кланг. Эй, парень, у тебя голокарточек гроба не завалялась? Что еще за гроб? Всего-то мощнейшее супероружие в галактике. Поэтому и называется гроб. Короче, ребята из Гаджетрона знали, что схему такого оружия опасно держать в одном месте. Поэтому они специально разделили ее на галокарточки. Мы с сообщниками хотели бы собрать всю схему целиком. Понимаешь, куда я клоню? Дай угадаю. Если мы принесем тебе все карточки, ты сделаешь нам оружие. Так точно, мой сообразительный друг. Держи, это лазутчик. Он поспособствует приобретению означенных экземпляров. Извини, дружок. Я не смогу сделать тебе оружие, пока ты не добудешь все голокарточки. Лазутчик может вызвать замыкание в замке. Поворачивайте выбранное кольцо, чтобы направить лазер в разъем. Разъем активирован. Переходите к следующему. Направьте оставшийся лазер в разъем. Эй, ты добыл одну?
Может, договоримся? Я тебе что, волшебник? Или магическое существо, которое может соткать секретное оружие гаджетрона прямо из воздуха? Давай вали отсюда! Я задам новые координаты. Такое чувство, что нужно сделать еще что-то важное на Рилгаре. Крутой парень, что у тебя есть? Может, хочешь еще заезд? Приготовиться на старт. Внимание, марш! Любимцы публики Рэтчет и Кланк вернулись. Порадуют ли они нас такими же фокусами, как в прошлом заезде? Посмотрим! Ты первый раз, что ли, гоняешь? Вперед! Могу ли я подвести спонсоров? Клево! Рэтчет выходит вперед!
Ух ты! Вот это круто! Забирай свой приз! Заслужил! Мы прошли квалификацию на золотой кубок. Так и тянет попробовать. Ничего, потом вернешься и попробуешь еще. Приготовиться на старт. Внимание, марш! Любимцы публики Рэтчет и Клаунс вернулись. Порадуют ли они нас такими же фокусами, как в прошлом заезде? Посмотрим! Работать официантом я больше не буду. Только гляньте. Серьезная ошибка. Вперед!
Мистер Супер! Пора в профессиональный спорт! Надо возвращаться на корабль. Выберем планету. Такое чувство, что нужно сделать еще что-то важное на Рилгаре. Думаю, нужно продолжить Наши герои вернулись к операции «Падающая звезда». Их цель — найти и уничтожить сверхсекретный проект Дрэка. Внимание, ученые! Говорит председатель Дрэк. Я просто хотел поблагодарить вас за проделанную в последние месяцы работу. Пусть я ваш лидер, но без трудолюбивых сотрудников этого исследовательского комплекса я был бы никем. Оружие, что вы создаете, поспособствует наступлению в новой эпохи в истории нашего народа. Я собрался на работу, мне... Вот он, вот он! Чем отрядом направляетесь на пятый пост? Существа пробрались внутрь. Thank you.
молодчина, Рэтчет. Так держать. Я буду внимательно следить за твоими... Да ты что, судья слепой? Это же аут в чистом виде. Это такое? Похоже, председатель Дрэкки собрался в сильную армию. Это такое? Похоже, председатель Дрэк собрал собственную... Испытательная капсула отключена. Испытательная капсула отключена. Напоминаю вам, что все проекты, файлы и эксперименты являются собственностью Dread Industries. Однако для меня важно ваше мнение. Если вас что-то не устраивает, озвучьте свои критические замечания ближайшему роботу-убийце. Так будет безопаснее для вас и для всех. Спасайся, кто и как может! Капитан, судя по всему, Дрэк проводит эксперименты на живыми существами. Ха, парочкой жуков капитана Кварка не напугать. Другое дело — пауки. Тут есть пауки. Теперь я не смогу спокойно спать в этой кровати. А, да, то есть я хотел сказать, в центре управления, откуда я за вами наблюдаю.
Мистер Зуркон, не терпится тебя убить. Мистер Зуркон, ищем вам смерть. Некоторые из вас тайком пробираются в запретную зону, чтобы покормить подопытного 857БЭ. Напоминаю, это не ручной питомец. Если вас поймают за кормежкой, вы отдадите ему скорость. Круто! Вот класс. Патронов нет. Дорогие Бларки, мне стало известно, что некоторые из вас тайком пробираются в запретную зону, чтобы покормить подопытного 857БЭ. Напоминаю, это не ручной питомец. Если вас поймают за кормежкой, вы сами ему скормят. Патрон, чтобы больше кайфа было. По рукам! Больше не влезет.
это испытательный полигон с варгским кривозубом. Председатель Алонс благодарит тебя за эту жертву. Капитан, вы знали, что тайный проект Грека — это Бларкский кривозуб? О, в самом деле? Интересно, почему же разведка не доложила? Я полагал, там что-то куда менее опасное. Ну ничего, расслабься и вспомни, чему я тебя учил. А чему вы меня учили? Капитан! Ну, дела.
патронов нет. Попробуем повысить IQ этого болвана.
класс. Патронов нет. Попробуем повысить IQ этому болвану. Говорит, что
Говори, что тебе... Сейчас. Говори, что тебе известно о планах Дрэка. Спасибо. Вот да, то, что он сказал. Я могу дать тебе этого инфобота. Пригляди за ним, приятель. Я пока передохну. Приветствую, имбецилы. Если вы видите это сообщение, значит, вам выпала честь испытать мое новейшее изобретение. Резиды Ранитиска! Посредин! На первом этапе были выявлены мелкие недочеты, однако могу заявить, что я все их устранил. С реактивным ранцем XK-81 вы взмоете в небо, и это даст вам преимущество над дураками, что ползают по земле. Ранец XK-81, получите свой на нашей базе на Гаспаре. Доктор Нефариус не несет ответственности в случае вашей смерти, расчленения или нанесения серьезного ущерба нервной системе. Капитан, это Рэтчет. Мы победили Кривозуба и выяснили, что замышляет Дрэк. Да? Но ведь это невозможно... невероятно! Рейнджерам бы пригодилась пара реактивных ранцев. Может, нам стоит сгонять на Гаспар? Я всегда о нем мечтал. Добудьте его, и Ларис сможет изготовить копии. Поручаю вам выполнение этого вовсе не опасного задания по добыче реактивного ранца. Капитан Кварк хочет летать, как птица. Заглянем в тот автомат. Попробую улучшить пикселизатор. К бою готов. Бум! Раз и готово. На какую планету нам нужно? Нужно выяснить, что затевает Нефариус на планете Гаспар.